прекрасно выглядите, вам наверняка это говорили уже мои коллеги. Расскажите, пожалуйста. Это говорите, это я не устаю слушать. Хорошо, хорошо выглядите, замечательно, классно, супер. Может быть, еще пару слов, вот что означает? Я смотрю, что здесь какие-то, кто это? Знаете, это придумал Жан-Пол Готье, и они знают, что это такое. Ну, какие-то, видимо... А, простите, а вы в какой год родились? А, год... Если восточный. Год быка. Вот смотрите, как вот в принципе все гармонично. Нечаянно, интуитивно. Нет, как будто специально. А вообще вы верите вот в счастливые звезды, астрологию, нумерологию, какие-то вот эти вот? Я не слишком этим увлекаюсь, я отношусь к этому скорее иронично. Никогда бы не стал сверять свою судьбу с гороскопом и полагаться на чьи-то предсказания. Надо полагаться на свои предсказания. Скажите, надолго ли вы в Юрмале? Вы сейчас... Все, сегодня был второй день, когда я пел, и завтра рано утром я улетаю. Дорога меня зовет дальше. Как в целом, вот помимо такого насыщенного в своей жизни, рабочей, назову ее так, удается ли отдохнуть как-то? Отдохнуть вряд ли. Я отдыхаю обычно, я делаю несколько отпусков в году, коротких, но несколько, для того, чтобы по-настоящему расслабиться, оттянуться где-нибудь. Потому что работа и гулянка – вещи практически несовместимые. Ну и, может быть, напоследок совет от Валерия Леонтьева, как можно действительно вот так очень хорошо расслабиться, чтобы вот… Расслабиться? Для первого? Расслабиться и оттянуться по полной. Во-первых, для этого нужна правильная компания. Если вам не интересны люди, с которыми вы находитесь, ничего у вас не получится. Ну, там, один человек или компания, но правильные люди должны быть. Прежде всего… А продукты какие-то? Погоду придумываете. Продукты, для меня это вообще вопрос 25-й. Но вы же как-то питаетесь. Я мету все. Ну да. Я люблю все. Никаких диет никогда? Нет, абсолютно ничего. Нет. Ну а когда начинают отлетать пуговицы, нужно рот закрыть. Это самая главная диета. Кстати, точно такой же рекомендует Элайма Вайку. Да. Это работает всегда. Ну, а может быть, вот, ну, последнее как-то, ну, бытует мнение звезды, это все-таки что-то там, какие-то алкогольные напитки и так далее. Все-таки, ну, ваши предпочтения. Алкогольные? Ну, я чаще всего и больше всего пью сухое белое вино. Но иногда очень хорошо идет рюмка водки с огурцом и кусочком сала.